Здравствуйте, дерзкие, устремленные души! По вашим многочисленным просьбам предлагаем коллективную медитацию «Открытие портала возможностей. Врата 11.11. Практики». Читает Татьяна. Родные мои и любимые, я есть Метатрон. Я есть свет и любовь Бога. Сегодня я пришел к вам снова, чтобы напомнить, что приближается очень мощный энергетический день. Врата 11.11. Это день начала всех начал, когда можно энергетически обновиться и перейти на новую духовную ступень, на новый этап своей жизни, на новый вибрационный уровень. Это огромная возможность для многих из вас, кто идет путем духовного развития и роста. Необходимо лишь захотеть воспользоваться этой возможностью, открыться ей. В этот день все энергетические практики и медитации будут работать намного лучше, в полную силу, так как их эффективность будет увеличена во множество раз. Это волшебный и очень сильный день, но для него я хотел бы вам дать очень важный совет. Старайтесь отпустить любое внутреннее ожидание, фантазии ума об этом дне и что он принесет, так как эта энергия блокирует вас изнутри и не дает принять то, что уже подготовлено для вас и так необходимо вам именно сейчас. Просто проживите этот день в огромной радости и любви, в гармонии и великом принятии всего. Просто наслаждайтесь жизнью, бытием, просто отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, общайтесь с природой, делайте самые разнообразные практики и медитации. Сегодня я хотел бы вам предложить еще одну энергетическую практику, которая пригодится вам в этот мощный день. Вашему вниманию энергетическая практика «Портал возможностей». Сядьте в уютной и спокойной обстановке. Полностью расслабьтесь и войдите в медитативное состояние. Призовите в помощь все светлые силы и попросите открыть для вас энергетический портал возможностей. Прямо над вашей головой появится и откроется огромный и мощный портал света, как врата в высшие миры. Это как круглый энергетический проход в другие измерения. Посмотрев в него, вы увидите, что он полон самой разнообразной высокой энергии. Это энергия самой разной силы назначения света. Вам необходимо лишь открыться этому порталу света, раскинув как крылья в разные стороны свои руки, и принять в себя этот мощный и сильный поток. В вас вольются именно те энергии, которые сейчас необходимы. Каждому человеку этот портал подберет свой уникальный ключ, индивидуальный код. Вы можете почувствовать сразу, какая высокая энергия в вас вошла и что вам дает. Или это знание придет вам позже, когда вы ощутите изменения внутри. Когда высокая энергия заякорится внутри вас, распакуется и начнет работать, то вам придут новые высокие осознания, новые внутренние неземные ощущения, новые тонкие способности. Пусть этот мощный день принесет вам огромное благо и подарит вам невероятно фантастический рывок вверх, в свет. С любовью к вам, ваш Метатрон, приняла Магда. 8 ноября 2018 года. Вы прослушали тему «Энергетическая практика. Портал возможностей». Врата 11.11.